Всех приветствую, друзья, всем большой салам. После холодной минусовой недели у нас выдалась сегодня отличная погода, которая зовет нас выйти на улицу и приготовить что-нибудь вкусное. И судя по набору продуктов, вы уже поняли, что готовить я буду сегодня плов. И первое, что отмечу про плов, это то, что нужно, точнее даже необходимо, заготовить все ингредиенты, все продукты, даже дрова до начала приготовления. Потому что приготовление плова – это очень динамичные процессы, во время которых у вас просто-напросто физически не будет времени что-либо нарезать и подготавливать. Пока что на данном этапе мы все заготовили. Конкретно о продуктах я буду рассказывать и упоминать во время приготовления. Ну а пока что можно уже разжигать огонь. Плов я буду готовить из говядины и из говяжьего жира. Первым делом растопим жир. Для этого равномерно распределим куски жира по дну казана. Для растопки жира нам нужен сильный огонь. И, конечно же, у нас должны быть под рукой щепки любых размеров, чтобы мы могли регулировать уровень огня в процессе приготовления плова. Поджарим лук до золотистого цвета. В принципе, уже достаточно. Теперь можно добавлять мясо. Я добавил 1,5 килограмма мяса. Больше сюда и не нужно, потому что плов – это блюдо не про мясо. Плов – это мясное блюдо, но в отличие от других мясных блюд, тут мясо далеко не на первом месте. Поддерживаем пока сильный огонь. Мясо немножко прожарилось, и теперь можно добавлять соль. Добавим 1 столовую ложку и продолжаем интенсивно перемешивать. Мясо прожарили 15 минут на сильном огне. Теперь самое время добавлять морковь. Тут также интенсивно перемешиваем, но с особой осторожностью, чтобы не передавить нашу морковку. На этом этапе мы добавляем, пожалуй, самый главный ингредиент плова, настоящего плова. Это у нас зира. Мы добавляем пока что примерно 1 столовую ложку. Которую нам надо чуть растереть ладонями, чтобы вкус лучше раскрывался. Морковь у нас чуть поджарилась, она стала вялой.
наш зирвак почти готов. Выровняли все внутри казана. И теперь осторожно по стенкам заливаем кипяток. Заливаем так, чтобы все содержимое у нас накрылось водой, ну, примерно на сантиметр-полтора. В зирвак опускаем две головки чеснока целиком и два стручковых перца. На данном этапе мы убавляем огонь. В течение 40 минут нам нужно поддерживать вот такое слабое кипение. В наш зирвак мы также добавляем барбарис. И также добавим изюма. Кстати, сейчас у нас уже прошло минут 30. Изюм и барбарис добавляются уже под конец приготовления зирвака. У нас рис уже подготовлен, но для вас я дам маленькую подсказку. Вот это временное окно, вот эти 40 минут, пока делать ничего не надо, просто будет готовиться зирвак, вы можете использовать на то, чтобы подготовить этот самый рис. Рис нужно просто промыть до тех пор, пока из него начнет выходить прозрачная вода, и потом замочить в соленой воде. Итак, прошло 40 минут, даже чуть больше, зирвак у нас готов. Теперь мы достаем обратно чеснок и перец. Добавляем еще одну ложку соли. И вот теперь добавляем основу нашего блюда. Это рис. Выравниваем поверхность риса. И добавляем кипяток. Мы добавляем кипяток до тех пор, пока весь рис у нас не покроется водой. Вот теперь усиливаем огонь, чтобы у нас началось бурное кипение. Как же получается плов рассыпчатым? Для этого нужно усилить огонь, и масло из-под зирвака начнет подниматься наверх, а при выкипании воды уровень жидкости будет опускаться, соответственно, каждая рисинка будет обволакиваться вот этим маслом, что придаст ему более рассыпчатую составляющую. На этом этапе наша задача распределять масло так, чтобы вот эти бугорки, которые остались, тоже покрывались маслом. Ну и, конечно, пока что не перемешиваем рис. Друзья, когда у нас жидкость опускается ниже уровня риса, сантиметра на 2 уже, тогда я начинаю потихоньку собирать весь рис к центру. Для чего я это делаю? Для того, чтобы вот этот рис, который был по бокам, ближе к стенке, он тоже не остался сырым, чтобы он приготовился посредством выхода через него пара.
сердцевина риса уже почти размякла. Вода у нас вся выпарилась. А это значит, мы убавляем огонь до минимума и накрываем крышку. Убавляем огонь. Оставляем практически на углях. Итак, возвращаем перец и чеснок. Создали термокрышку для того, чтобы рис сверху приготовился по времени одинаково с остальным блюдом, потому что алюминиевая крышка держит тепло не так хорошо, как чугун. Итак, плов готов. Достаем чеснок и перец. Вот теперь рис приготовился. Это значит, что плов готов и можно подавать к столу. Ну что, плов удался, рецепт отличный, берите его себе в копилку, готовьте по этому рецепту и радуйте себя и своих близких. Это очень вкусный плов, один из лучших рецептов плова, это ферганский вариант. Сам практически всегда готовлю плов по этому рецепту. Ну а выпуск подходит к концу, я с вами не прощаюсь, но говорю до новых встреч. Всем пока, всем удачи!